Турции можно взять в аренду велосипед вот такой и кататься по всему городу. Стоит аренда первый час 1,5 лиры, 2 часа 2,5 лиры и 3 часа 4,5 лиры, по-моему. А дальше за каждый час по 2 лиры. Сначала вам надо бы взять в аренду сим-карту, я бы посоветовал Турксел или Турктелеком. Сим-карта стоит 130 лир, и в ней включено 22 гигабайта интернета. Потом вам надо пополнить счет в этом приложении на свой аккаунт на 5 лир. Я не смог оплатить с карты Visa или MasterCard, поэтому я сделал виртуальную карту Яндекса и оплатил с нее без каких-либо проблем. Почему-то Visa и MasterCard вообще не работают именно на оплату велосипеда. Вот. После того, как у вас счет пополнен, вы подходите к этому терминалу, нажимаете клавишу Enter, вводите пин-код из вот этого приложения, зеленая вот эта кнопка, и после ввода пин-кода вы нажимаете Enter. Велосипед отстегивается, и вы можете кататься. Перед тем, как взять в аренду велосипед, смотрите, чтобы было накачано колесо, чтобы работали все скорости. Ну и, короче, проверяйте велик. И первые 8 минут бесплатно. Вы можете взять, проверить велосипед в течение 8 минут, поставить его обратно, с вас денег не снимут. Всем счастливо, пока. Подписывайтесь на мой канал.